В областной столице начали строительство нового центра водных видов спорта. Вместительность объекта будет более 1000 человек. В бассейне построят 2 чаши глубиной 3,6 метров. На торжественном открытии стройплощадки присутствовали губернатор островного региона Валерий Лимаренко и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын. Большая радость видеть, как спорт входит в нашу жизнь, становится нормой. И, конечно, все это невозможно представить без современной спортивной инфраструктуры. На протяжении буквально 2 дней мы в гостях в Сахалинской области, Южно-Сахалинске, и видим, что город преображается, люди с радостью занимаются спортом. Это объекты олимпийского уровня. Специальное техническое задание формируется, и проектный институт делает, исходя из того, что в будущем, чтобы можно было бы проводить соревнования высочайшего уровня до уровня олимпийских игр. Инвестором в строительстве нового центра водных видов спорта выступила компания «Газпром». Сдачу спорткомплекса запланировали на 2024 год.